Мы считали, что Бобби поступил в школу для одаренных. У него есть дар? Знали бы вы, что он умеет. А ты старался не быть мутантом? Известие об их существовании мир воспринял со страхом, недоверием и даже с отвращением. Бросьте ножи! Поднять руки вверх! Я не могу. Являются ли мутанты следующим звеном эволюции человека? Или это просто новый биологический вид, стремящийся занять свое место под солнцем? Чего вы хотите? Только разрешение на спецоперацию, господин президент. Мы собрали данные о центре подготовки мутантов штата Нью-Йорк. Это всего лишь школа. Конечно. Никому не известно, сколько в мире мутантов. И как их найти. Кроме вас. Кто ты? У меня плохое предчувствие, я боюсь. Я никому не дам тебя обидеть. Сейчас здесь будет очень холодно. Просканируйте еще раз мой мозг. Твоя память нуждается в отдыхе. Скоро она сама восстановится. Значит, вы бандит, да? Так все считают. Ты очень талантлив. Большинство смотрят только на внешность и не обращают внимания на то, что внутри. Я верю в тебя. В следующий раз не надо красоваться. Ясно? Раньше я думал, что у тебя нет равных. Я ошибался.